Привет, друзья! Оптимально варить варенье из небольшого количества плодов, там 2-3 килограмма максимум, очень удобно. Не подгорает и в кастрюле хорошо размещается. Если я хочу сварить варенье побольше, ну, чтобы не возиться, 2 раза, я прибегаю к помощи духовки. Сегодня я сделаю, ну, не сегодня, сегодня я подготовлю сливы, а завтра уже его испеку, так сказать, в духовке. У меня 6 килограмм слив, я их вымою, разделю на половинки, удалю косточки и буду перекладывать в кастрюлю, половинками вверх пересыпать сахаром. Вообще, друзья, никого не хочу удивить, просто хочу напомнить. И для тех, кто не знал о том, что можно сразу много варенья приготовить в духовке, этот ролик для них специально. И варенье, правда, получается немножко другое. Не скажу, вкуснее или не вкуснее, оно просто другое. Оно такое густое. Шикарная слива. А так буду укладывать сливы и чуть-чуть пересыпать сахаром, чтобы они быстрее выделяли сок. Потом насыплю остальной сахар. Сахар сыплю из расчета 500 грамм на килограмм. На килограмм слив 500 грамм сахара. И дальше так их всех уложу. И не буду даже греть их, друзья мои, как когда я готовлю быстро варенье 5-минутное. Чуть-чуть ставлю на огонь, и они очень быстро выделяют сок. На медленный такой огонь, как на мармите. А здесь просто они сами сок выделят. Вообще, если сливы мелкие, я их режу на половинки, а крупные на четвертинки. Можно резать произвольно, на самом деле, это никак не вредно. Хочется, чтобы был красивый кусочек такой. Даже половинки бы крупные, тоже было бы здорово. Ну, удобнее просто, наверное, на ложечке помещать четвертиночку. Ну, если крупная слива. Друзья, не думайте, что 500 грамм сахара на килограмм слив – это мало. У нас же испарится какое-то количество влаги, и концентрация сахара увеличится, поэтому будет довольно сладко. Опять же, слишком сладкое варенье, оно как-то, ну, тяжело идет. Когда не очень сладкие сливы, то съедается очень быстро. У нас же задача какая, чтобы было вкусно, а не чтобы долго ели. Противень глубокий у меня все поместится. И одним заходом я сварю 6 килограмм слив. Не сварю, а приготовлю варенье. Так готовили бабушки в нашем селе болгарском. К своему удивлению, в Болгарии я тоже встретил такое. Люди готовят, почему, собственно, удивлению? Ну, готовят в духовках, на противне глубоком, готовят варенье. Это просто рационально. Вкусная слива. Сочные, ароматные. Ну вот, на 6 килограмм слив я высыпал 2 килограмма 700 грамм сахара. 3 пакета по 900 грамм. Ну, с учетом, что вот столько косточек осталось вообще. Грамм 300, может быть. Ну вот, друзья, оставляем наши сливы до завтра. Они выделят сок. И завтра продолжим. Отлично. Доброе утро, друзья мои. Сливы выпустили сок. Да. И даже слишком много сока. Ой, сахара немножко осталось. Ой, видите ли у меня? Ой, сколько сока. Надо было его отлить. Сливы лезут. А вдруг сливы не живут. Прямо как сливовое вино. Сейчас как плюхнет, плюну. Целенькие, смотрите, крепенькие сливы. Они должны закипеть и немножко потомиться в духовке. Ого, количество. Я думаю, у меня противень гораздо больше. Я, наверное, отниму отсюда немножко все-таки сока. Чтобы равномерно разложить сливы. Тем более сок его можно отдельно сварить. Убирая сок, мы убираем и сахар. Это на самом деле хорошо. Мне интересно, из сока, только из сока можно сделать соус? Я хочу, чтобы они были лежали там, были покрыты сиропом. Я бы на самом деле быстрее в кастрюле их сварил, каждые по 5 минут в 2 захода. Получилось бы у меня отлично. Хочу имбирь туда порезать, сливы, будет очень интересный вкус. На самом деле они самодостаточные, корицу там или еще что-то. Ну, перец люди бросают, это тоже интересно. Вот так вдоль соломочкой, вдоль волокон, потом все вместе поперек, и на них будет зубовство. На 200 градусов вверх-вниз, 210. И когда закипит, перемешаем пару раз. Поставим вот так полотенце, чтобы вода испарялась. Ну, я его перемешал несколько раз. Минут 25 оно вот так вот кипит. Больше не надо. Смотрите, оно у меня еще кипит, друзья мои. Я высыплю туда орехи. Полкило орехов на такое количество слив. Это не так много. Неохота его не мешает, ничего. Потому что они мягкими станут. В общем, горячим я их закрываю. Оно сейчас жидкое, друзья.
Но потом оно неминуемо станет густым, и в сливах очень много пектина. Вы знаете, друзья, что оказывается, в сливах калия в полтора раза больше, чем в бананах. Так что прекрасно мы без банана выживали, благодаря сливам. И всему другому, конечно. Ого, кому-то орешков досталось. Хорошо бы кому-то подарить такую банку, где куча орехов. Класс. Вот будет приятно. Конфорочки включены у меня снизу на самый маленький огонь. И подогревается таким образом наше варенье. Мне все-таки ближе вот этот вот метод. Пятиминутный. Засыпал сахаром. Поставил на самый медленный огонь. Через 30 минут выделился сок. Сварил 5 минут. Закрыл и готово. А это что я этим имею? Очень много сока. Опять же, можно же сразу засыпать сахаром и ставить в духовку, как делают чернослив. Наверное, так можно. Друзья, не хотелось мне варить сливы, готовить варенье в духовке. Ну, казалось, что возни побольше. Мое рацио протестовало против этого. Но они каким-то образом вкуснее в духовке. Там разваривается кожица, что ли. Именно в ней находится кислинка и пектин, от чего они загустевают лучше гораздо. Имеет право, даже не имеет права, а просто обязан существовать такой способ приготовления слив. Готовьте, если вам нравится такой способ. До сих пор я всегда закрывал их пятиминутным способом. Сварил, закрыл, сварил, закрыл. Целенькие, в сиропчике, в густоте. Но эти какие-то вкуснее, ну явно какой-то вкус детства. Какие вот этот пектин выделяющийся, кожица разваренная. Но при этом они целенькие. Шикарно. Правда, очень вкусное варенье. Смотрите, какое оно красивое, какой цвет у него. И сливы мягкие, но в то же время целые. Они не развалились, посмотрите. Но благодаря тому, что мы, конечно, их подержали ночью, чтобы они сок отдали. Красиво очень. Обожаю это варенье. Оно такое благодарное получается всегда. Какой цвет шикарный. Можно без орехов. Будет ни секунды хуже не будет. Имбирь попадается. Вкусно. Какие красивые кусочки. Остынет, загустеет еще больше. А вот, друзья мои, рецепт соуса из слив. Наталья Тимчинская обещала мне прислать. И вот, когда она вернулась из Украины от своих родственников, прислала. Сливы нужно измельчить, проварить 15 минут, 2 килограмма слив. Добавить к ним полстакана чеснока, острый перчик, резанный, вот он. К нему пакетик один карри, столовую ложку соли и 10 столовых ложек сахара. Чтобы это все измельчить гораздо эффективнее, добавлю сюда наш густой уже соус. От слив измельчу, добавлю туда, 10 минут они будут кипеть, и мы зальем по банкам или бутылкам, как нам удобно. Пахнет. Сейчас вот это я сюда добавлю. Такой вот соус. Спасибо, Наталья Тимчинская. Соль живая, я же много соли насыпал. Надо здесь пробовать. Сейчас оно у нас закипает, будет еще 15 минут кипеть. И соус готов. Вот тут на свету. Я накапаю немножко соуса от Натальи Тимчинской. Смотри, какой он красивый. Ой, какая прелесть. Он остынет, загустеет, там очень много пектина в этих сливах, в кожице. Сейчас еще остынет, я попробую, вообще красота. Очень красиво. Кисло-сладкий. А вдруг смогу я так налить кипящий соус в стерилизованную банку? Она кипела у меня, и крышка кипела. Но соус роскошный. Наталья, чтобы 100 лет были здоровы. О как! До самого верху, как я люблю. Жалко, нет бутылок. Но мы в холодильнике будем. Это кипит. Горячая банка стерилизованная. Сегодня я его с мясом попробую.
самого верху. Там есть паром все равно сядет и сверху получится воздух. Не зря я ждал. Когда Наталья Тимчинская вернется из Украины. Вот, пожалуйста, рецептик. Рецепт будет под видео в описании. О, вот это как раз то, чтобы пробовать в эту баночку. Смотрите, какой он красивый. Густючий, он загустеет сейчас, он пока горячий, такой вроде жидкий, а загустеет еще сильнее. Малый. О, это даже не наполнится. Ну вот, друзья, закончили мы со сливами. Встретимся в следующем ролике. Божественно. Потрясающе. Непонятно, то ли торт, то ли мясо. Ну вот, друзья, спасибо большое. Спасибо Наталье Тимчинской за такой соус роскошный. Теперь у нас вообще все разнообразие соусов. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. Будьте здоровы и счастливы. Встретимся в следующем ролике.